У губкинских стрелков новые достижения. После учебно-тренировочных сборов в Подмосковье наш земляк Андрей Саблин принял участие в командном чемпионате России по полевой стрельбе из малокалиберного оружия. Соревнования проходили в Краснодаре и собрали 15 команд из разных уголков страны. В меткости состязались около 150 человек. Андрей Саблин в составе мужской сборной из трех человек занял 2 вторых места. Результаты были по мастеру спорта, но... У нас зависит многое от погодных условий, то есть мы стреляем на стрельбище, то есть у нас погодные условия, допустим, температура, при которой мы стреляли, была всего 6 градусов на улице, ветер, дождь, и это очень много влияет на норматив результата. Результат Андрея, пожалуй, это закономерный результат, потому что его отношение к тренировкам, как он работает, соответственно, результат налицо. Человек тренируется, готовится. По итогам прошлого года у нас Андрей в составе сборной команды России, состав «Б». Результат, который он показал в стрельбе из малокалиберной винтовки на МВ-9 и на МВ-6. МВ-9 – это 60 выстрелов из положения лежа, 617,7 очка – это мастерский норматив. То есть он оба старта отработал по нормативу мастера спорта России. Добавим, что в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений – из колена, лежа и стоя – Андрей заработал в общей сложности 1154 очка, выполнив норматив мастера спорта.